известности, один из самых известных. Мне тогда было 17 лет. Ныне Василий Константинович. Один из самых известных в стране колхозных руководителей. 6 часов 45 минут. Правление колхоза. На собирается канон, затем. Будет. Сколько у тебя сделал? Очень хорошо. Очень хорошо. Клепчин. Будет машина. Белявский. Сколько ты готов? Мало. Так, вопросы. Новиков. На первой очереди надо сделать вот такой мотоцикл. Юрьян. Тутелик. Так, вопросы. Новиков. На первой очереди надо сделать... Определенную нет до сих пор. Не будем столько денег. Надо вести заменить эту сталь надо. Там же не будет температуры плюсовой. Не замерзать агрегаты. Замерзите, медленно делайте. Так. Заявление. Николаевна, прошу.